Международный салон Экспо 1520 – хорошая возможность для предприятий машиностроительного комплекса представить на суд экспертов, значит, ту новую продукцию, которая в настоящее время либо разрабатывается, либо ставится на серийное производство предприятием железнодорожного машиностроения. Сегодня мы представили на суд экспертов и нашего основного заказчика нашу новую продукцию, локомотив, прошедший глубокую модернизацию на наших предприятиях с применением современных технологий, двухдизельным исполнением, трехдизельным исполнением, маневровые тепловозы с повышенными, значит, эксплуатационными характеристиками, повышенной надежностью, с повышенными экологическими требованиями. И хотели получить оценку нашей продукции. По оценке наших специалистов, потребность в таких локомотивах, прошедших глубокую модернизацию на заводе «Желудермаш», достаточно высока. И в случае, если заявленные характеристики будут подтверждены в рамках практической эксплуатации этих машин, в рамках испытаний, мы надеемся загрузить наше предприятие на многие годы вперед, получив от российских железных дорог достаточно большой объем заказов.